3 раза быстрее будут добираться туристы от достопримечательностей Спасского района до Норовчатских. Ускоренными темпами строят дорогу между селами Абашево и Паны. Первоначально трассу по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» намеревались сдать в 2024-м, но работа спорится. Регион подал заявку в федеральный центр на опережающее финансирование. Средства выделены. Объект планируют открыть уже в этом году. Это часть проекта реконструкции парка-отеля «Кленовая роща». Он одобрен корпорацией «Туризм Российской Федерации», предусматривает развитие инфраструктуры. Новая дорога сокращает путь от гостиничного комплекса до Норовчатского района со 100 до 30 километров. Ее прокладывают в объезд федеральной трассы М5 «Урал», что позволит разгрузить участок магистрали от Нижнего Ломова до Спасска. И самое главное, село Абашево, оно будет находиться на магистрали, и это даст возможность дальнейшего развития нашего исконно пензенского ремесла, создания абашевской игрушки, даст возможность дальнейшей популяризации этой абашевской игрушки. То есть мы будем на пути следования туристов рассказывать, показывать, где, собственно говоря, она зародилась. Специалисты выполнили основные этапы проекта. Предусмотрен отвод воды, укрепление полотна. Работы ведутся и со стороны Абашева. Объект неофициально называют туристической дорогой, ведь он соединит сразу несколько комплексов, интересных паломникам, знатокам истории, ценителям народного творчества.